Блокбастер больше запомнился своим скандалом, когда режиссер Роман Волобуев отказался от своего имени в титрах, после того, как продюсеры изменили фильм, сломав режиссерскую задумку, как говорил сам Волобуев. И вряд ли мы когда-то увидим режиссерскую версию фильма, как часто бывает на Западе. Но даже несмотря на это, блокбастер впечатляет своей постановкой. Этот фильм трудно назвать русским. Да, тут русские актеры, менталитет, шутки, но уровень постановки больше напоминает мировой. В том смысле, что у фильма не видно шероховатостей. Углы сглажены, история интересна, хорошо подобранная музыка, есть интрига и даже задатки чего-то большего, чем просто развлекательное кино. Вообще, блокбастер оставляет довольно сильное впечатление легкости и воздушности. И именно эти эмоции проходят сквозь весь фильм. И непонятно, какое кино для нас готовил Волобуев, но продюсерская версия получилась отличным развлекательным фильмом. 73 балла из 100.